Радио Дача представляет. Холодно, холодно. 30 марта, в Москве снег. Трава не зеленеет, птицы не поют. Очень холодно, очень холодно. Я даже не знаю, что делать. Все мысли в голове замерзли. Все? Хотя подожди. Кажется, пришла. Если не знаешь, что делать, нужно пойти и спросить у людей. Мы сейчас пойдем на концерт «Удачной песни» и спросим у наших радиослушателей, что сделать для того, чтобы весна поскорее пришла. Давай, пойдем. Поскорее. Вариантов нет. Пойдем. Радиоудача, радиоудача. У меня всегда с ней удача. Я не знаю, чья это песня, но мне нравится. Что нужно сделать для того, чтобы весна наступила быстрее? Посетить концерт радиоудача. Хороший способ. У вас какой метод? Улыбаться. Отлично, мне нравится. А у вас? Всегда быть счастливой. Снег чистить. Спросите у ведущих концерта. Кажется, придется именно так и сделать. По совету наших радиослушателей мы нашли людей, которые точно должны знать, что нужно сделать для того, чтобы открыть дачный сезон. Сейчас мы ворвемся к ним и узнаем. Стучать не будем. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Рыбин. Виктор, здравствуйте. 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 Наталья. Драгоценности раскладывайте. Я книжку читаю. Книжка. Я читаю книжку. Удачно все. Все должно быть удачно. Как открыть дачный сезон? Какое-нибудь заклинание у вас есть какое-то? Вот как вы делаете так, чтобы весна наступала раньше на 3 дня, чем в Москве? Чтобы вот сразу потеплело. Может быть, какой-то танец, ритуал? Шамань. Ух ты, как красиво! Денис, где мы? Очень красиво. Мне нравится. Это сцена. Точно. Я готова открыть дачный сезон. Здесь не дует. Не дует, тепло. Уютно. Хорошо. А все почему? Потому что музыка нас связала. Обнимемся. Обнимемся. Давай его обнимем. Давай. С началом нового дачного сезона. Спасибо, что вы снова с нами. Спасибо огромное. Я даже себе не представляю без дачного сезона и без радиодачи. Я недавно проанализировал, что музыку, которую мы пишем уже на протяжении 5 лет, это самая дачная музыка, которая только может быть. Сегодня мы изобретаем какое-то особое магическое заклинание и от вас просим одно слово для того, чтобы стало наконец тепло. Терпение. Солнце. Окрошник. Подснежник. Любовь. Я чувствую, она приближается. Одно слово. Ну хорошо, но у вас же показывают не на официальных каналах, нет? Ну нет. Чтобы была погода хорошая под урожай, потому что в прошлом году был. Вот это да, вот это дача, вот это лето. Все погибло, это был не урожай, а не знаю что. Поэтому нужна хорошая погода, в одно слово не поместилось. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю патики. Это мой последний день на Титанике. Вы наверняка умеете вязать, если бы вы могли связать из музыки что-нибудь. Что бы вы нам связали? Ведь музыка нас связала. Я уже много вам навязала. И, о боже, какой мужчина! Это бесконечно можно вязать. Я бы связала себе Бентли, наверное, еще что-нибудь. Если уж вязать, так вязать. Морскую звезду. Сердце из любви. Красивый длинный шарф. Я бы связала из музыки бесконечно красивейшее кружево. Окутало бы всю землю. О, это мой брат кружева вяжет. Я умею эти кружева красиво показать. Какую-то очень красивую непрерывную линию из мелодий. Я бы просто сделала один огромный ремикс, чтобы 24 часа не прерываясь была огромная песня, которая согревает всех. Опа, Анапа, схожу я с тропа. Опа, Анапа, кукурузовая. Стас, ты вяжешь? Нет, ну я пробовал, но мне не получилось. Я запутался и кошка чуть не умерла, поэтому, потому что она, понимаете, я вязала, а она вот в этом клубках, и я смотрю, все, кошка уже вся в шерсти, в другой. Я бы связала. Я бы связала. Мы бы с этим что-то сделали. Все равно, что
дачный сезон открыт, Олег Михайлович? Ну, конечно, открыт. Все. Открыт! Открыт. 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 Друзья, свершилось. Наконец-таки мы официально открыли дачный сезон в такой замечательной домашней атмосфере. Мы поздравляем вас, и мы поздравляем все города вещания радиодачи. Привет любимому городу вещания радиодачи. Мой любимый Санкт-Петербург. Ты моя душа, ты мое сердце. Пятигорск. Пятигорчанам, пятигорцам. Пятигорчане. Краснодару. Новосибирску. Дорохово. Ковров. Конечно, Калининграда. Екатеринбург. Знал бы ты, как я тебя люблю. Ярославль. Наши лучи тебе. Привет, Москве! Всем привет, москвичи и гости столицы! И обещаем, что уже с завтрашнего дня у вас будет теплее! Потому что музыка нас связала! До встречи на Радио Дача! Потому что рядом ты! Никогда не потеряю мой зритель тебя.